Дамы и господа, уважаемые гости, мы рады приветствовать вас здесь, в этом прекрасном месте, на церемонии чествования победителей и призеров чемпионата мира по рапиду длицу Фиде под патронажем короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиз Аль-Сауда. Эту церемонию я проведу на двух языках, так как у нас присутствуют иностранные гости. Ladies and gentlemen, good evening and welcome everybody to the awarding ceremony for the winners of the FIDE Rapid and Blitz Chess Championships under the umbrella of the King of Saudi Arabia, Salman ibn Abdul Aziz Al Saud. And this ceremony I will host in two languages, in English and in Russian, since we have guests and winners coming from different countries. Чемпионат получился интересным и напряженным. На протяжении целых пяти дней лучшие из лучших сражались за победу в блице и рапиде. Эмоции зрителей зашкаливали. Ну и накал страстей за столами тоже был невероятным. И все шахматные баталии закончились чуть позже, чем мы думали. Они позади, и мы начинаем церемонию награждения. The championship turned out to be interesting and intense. The best of the best have been fighting for the World League Champion and World Rapid Champion titles for 5 days. The spectators' emotions ran high. The depth of feelings at the tables was incredible. But all the chess battles are behind, and we are ready to start the one ceremony. Дорогие друзья, первыми на этот пьедестал поднимутся представители подрастающего поколения. И для проведения церемонии награждения приглашаю на эту сцену представителя Федерации шахмат России, исполнительного директора Марка Глуховского. И также приглашаю сюда директора по машинному интеллекту Яндекс.Маркета Михаила Левина. The younger generation is the first to come up on the podium, and for hosting the ceremony, I'm inviting the people that are already here. Chess Federation of Russian representative, executive director Mark Luhovsky, and the Yandex market director for artificial intelligence, Mikhail Levin. Можете поаплодировать этот момент еще раз. Я приглашаю вас к микрофону сказать несколько слов. And I'm inviting you to say a couple of words to our guests. По сложившейся уже традиции, я помню, что этот чемпионат у нас здоровый, традиционный. Мы начинаем наше награждение с того, чтобы отметить победителей многочисленных параллельных детских турниров, которые проходили во время чемпионата. It has already become a good tradition, and that's already the second championship in a row. And we're going to start with awarding the kids that also participated in tournament in the framework of the World Championship. Я хочу поблагодарить нашего партнера, компанию Яндекс, которая второй год подряд поддерживает эти соревнования и представляет для победителей и призеров прекрасные подарки. And I would like to extend my gratitude to Yandex company for supporting this tournament and for providing prizes to our winners. Это ведущая IT-компания России, которая занимается огромным количеством проектов. Мне очень приятно, что они поддерживают наших лучших детей, развивающихся в математическом, интеллектуальном и шахматном направлении. Yandex, that's an IT, a leading IT company in Russia. We're very happy that Yandex supports the best kids, and they help them to develop into the chess fight as well. Спасибо. Thank you very much. Спасибо большое. Михаил, несколько слов тоже. Шахматы — это игра, которая близка нам, как Yandex. Многие сотрудники собираются вечерком поиграть, особенно в быстрые шахматы. А я знаю как минимум один случай, когда мой друг, который тоже работает руководителем в Яндексе, сделал предложение о работе своей будущей сотруднице, сразу как сказал, что она отыграла его в шахматы прямо на собеседовании. And I want to say that chess is very close to our company, to Yandex, and from time to time we gather in the evenings and play chess. The employees play chess, and I can tell you one story that once it happened that we hired a person after this lady won chess. So that's a real story that happened.
Я поздравляю всех победителей, и я очень рад за вас, за ваши первые места. Но гораздо больше я рад за тот блеск в глазах, который виден и у победителей, и у всех участников этого соревнования в тот момент, когда они сидят за доской. Я хочу вам пожелать, чтобы вы сохраняли этот блеск, чтобы вы продолжали заниматься своим любимым делом, потому что самое главное, даже если вы заняли первое место, это развиваться дальше. Даже если вы победили всех остальных, нужно вырасти над собой и победить себя сегодняшнего завтра. I would like to congratulate all the winners who took the first places and all the participants. And the most important thing that I noticed is the sparkle in your eyes when you played at the tables. I want to wish you, if you take the first place, don't stop. You should go developing. And you should win yourself. This is the most important. And I'm wishing you this to all of you. Спасибо. Спасибо большое. Ну и сейчас мы с удовольствием пригласим сюда наших детишек, лучших из лучших, победителей.